С вами сайт «Электроимпульс». Вся информация дается в познавательных целях. Это не руководство, не призыв к действию. Применение на действующих приборах учета запрещено. Счетчик «Искра» МТ-171. Вот такой вот приборчик для этого счетчика. Антенну прибора подносим к правому нижнему углу дисплея. Показываю. Нажали один раз, отключился дисплей. Но верхний индикатор продолжает мигать. Это говорит о том, что учет все еще продолжается. Он не отключился. Чтобы его отключить, подносим опять прибор точно так же к правому нижнему углу дисплея и нажимаем кнопку. Все, индикатор загорелся, он перестал мигать, светится постоянно. И это говорит о том, что учет отключился. Все, в таком положении счетчик будет находиться до тех пор, пока вы его не перезапустите. Запуск осуществляется по питанию. То есть отключаем автомат, либо рубильник, который находится перед счетчиком. Отключаем где-то на 5 секунд. Включаем. Счетчик перезагружается. И начинает работать в обычном режиме, производя учет. Итак, показываю еще раз. Правый нижний угол дисплея. Ну, вот тут он сейчас с первого раза завис, сразу загорелся постоянно. Сейчас перезапустим его еще раз. Вот позиционирование прибора. Круглая часть к правому нижнему углу дисплея. Нажимаем кнопку. Один раз нажали, дисплей отключился. Нажали еще пару раз, загорелся светодиод и учет остановлен. Перезапускаем по питанию. Все, счетчик запустился, пошел учет. Итак, еще раз. Все, остановили. На этом все. Спасибо за внимание.